О метавселенной говорят многие, но из первых шагов к ней Спешл, на мой взгляд, один из самых удачных. Спешл — это, как говорят сами разработчики, социальная 3D-сеть. Крупнейшая, опять же, по мнению разработчиков. Условно бесплатная. Бесплатный тариф ограничен по количеству участников до 50. По сути, Спешл — это набор 3D-пространств, в которых вы можете ходить, общаться, смотреть по сторонам. Это в данном случае галерея работ, сгенерированных в Stable Diffusion. Пока еще не совсем галерея, но я думаю, в ближайшее время все тут красиво оформить усилиями группы по Stable Diffusion в Telegram. Кстати, вступайте, ссылка в описании. И потом провести полноценную выставку работ с шампанским, фейерверками и так далее. Тут вы можете общаться голосом, общаться в чате, можете отправлять собеседникам всяческие физические реакции, например, вот такие. А также добавлять в пространство изображение, видео или расшаривать экран. Кроме проведения конференций, встреч, митапов, что в Спешл скорее относится к фану, и после 2-3 итераций, я думаю, наскучит, здесь уже виден потенциал, который может быть реализован только в 3D-пространстве. Это, собственно, виртуальные, художественные и публицистические выставки. Например, Ленор Горалик делала недавно спешл-выставку «Все однозначно». Или, опять же, первое, что приходит в голову, здесь можно проводить квесты, поскольку собственные модели пространств загружаются сюда в один клик, ну, в три. А само пространство вы можете сделать, например, в Blender, и там накрутить чего только ничего. Регистрируемся, можно использовать всяческие аккаунты типа Google, но мы заведем аккаунт здесь. Вообще регистрация нужна для создания пространства и постоянного аватара. Но в принципе примкнуть к пространству могут и незарегистрированные пользователи. Подтверждаем email и заходим уже как зарегистрированный пользователь. Принимаем политику и выбираем имя. Имя можно впоследствии поменять. И выбираем аватар. Аватар также можно впоследствии поменять. Тут есть предустановленные, но понятно, что их лучше не брать, а настроить аватар самостоятельно или даже загрузить собственный. Это для тех, кто на «ты» с 3D-редакторами, мы же просто постараемся максимально приблизиться к исходному образу меня в кастомайзере. Он предлагает закинуть фото в качестве референса. Попробуем камеру. Не ту камеру захватывает, а настроек нет. А ладно, тогда просто закинем фото. Ну, не очень похож. Дальше уже кастомайзером подстраиваете отдельные черты лица, тела, одежды. Для геймеров задача тривиальная. Для тех, кто не играл в Cyberpunk 2077, советую сначала поиграть, потом легче будет настроить. Можно сохранить аватар для использования в других сервисах и приложениях, но мы не будем. Все. Бесформенное и аморфное существо превращается, постепенно превращается в вас. Вот. Это первое пространство. По умолчанию оно у всех одинаковое. Это дом. Милый дом. Ой, а вот это сейчас было плохо. Благо это не игра, захлебнуться невозможно. Ну, в общем, в целом вот так. Не нравится мне эта пижама, да и человек мне этот не нравится. Это не я. Сейчас отключусь и покручу настройки. А вот. Теперь вылитый я в молодости. Очень похож. Итак, вот так вот я могу следить за мышкой. Тут есть быстрое перемещение. Выбираете какую-то точку и левая кнопка мыши. Он бежит к этой точке. Также можно просто ходить. Либо стрелками на клавиатуре, либо опять же как в играх WASD. Можно крутить камеру зажатой левой кнопкой мыши, либо кнопками QE. Ну, в принципе, вопросик в углу открывает подсказку по управлению. Там же написано про хоткей касаемо реакций. Это цифры от 1 до 5. Реакции тут смешные, особенно когда он вот так вот танцует, а заодно еще и прыгает. Прыгает он пробелом. 3D-пространство он в принципе понимает. Вот это кресло я поставил уже сам. Он понимает, что это кресло и на нем можно посидеть. Сейчас. Тут появляется такой вот кружок сверху. Но так как я сейчас в режиме редактирования, он все больше стремится редактировать объект, а не сесть на него. А вот, все, сел.
Ну и в этом положении полного спокойствия мы оставим нашего героя до следующего урока, где создадим пространство более подходящее для галереи, запустим туда людей и разберемся, как с ними общаться или не общаться. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов, и теплица социальных технологий.